Салют, зритель! С вами, как обычно, Гера Леплер, ваш проводник в мир культурной жизни города. Прийти в форму после праздников, развлечься всей семьей на каникулах и увидеть своими глазами легендарное Йети-пати. Самое интересное в одной программе в эфире City Life, чтобы все знали. Бесконечные салаты оливье, селедки под шубой, мимозы, плюс, конечно же, 12 горячих блюд, обильненько приправленных алкоголем на протяжении почти 2 недель, не могут пройти бесследно для вашей фигуры, да и здоровья в целом. Самое время заняться восстановлением. Правильный подход предлагает Wellness Club Arabic с применением так называемых микропарных, или более известных как фито-бочка. Проверять на себе отправилась наш корреспондент Юлия Костина. В любое время года важно ухаживать за своим телом и следить за здоровьем, а особенно зимой. И здесь вам поможет Wellness Club Arabic. Не зря говорят, все новое – хорошо забытое старое. Еще в древние времена на свет появилось такое уникальное изобретение, как кедровая бочка. Сочетание пара, насыщенного растительными травами, с кабиной целебного сибирского кедра эффективно омолаживает и очищает организм. Друзья, знаете ли вы, что с помощью фитобочки можно не только легко сбросить лишние килограммы, но и успокоиться и восстановить свою нервную систему? Регулярно посещая кедровую бочку, эффект не заставит себя долго ждать. Для поддержания женской красоты это, пожалуй, одна из самых подходящих процедур, которая подарит вам молодость, бодрость и отличное самочувствие. Для любителей японской культуры в Wellness-клубе Arabic появилась новинка – баня Афура. Купели с кедра, наполненная морской галькой, которая подогревается до 45 градусов. Японская баня Афура – это не только приятная, но и весьма полезная процедура. С ее помощью достигается эффект массажа, который снимает нагрузку на позвоночник. Кроме того, посещение сухой японской бани – хорошее средство для поддержания иммунитета. Заключительным аккордом этой приятной процедуры станет горячий чай с медом, который поможет окончательно расслабиться и получить удовольствие. Едва закончились одни каникулы, как надвигаются другие. И вы, как порядочный семьянин, ломаете голову, чем же порадовать своих близких и любимых людей. Позвольте предложить вам замечательный вариант. Каток. Да-да, друзья, именно каток сближает и позволяет всей семьей провести время с удовольствием, а главное – с пользой для здоровья. Выйду на улицу, гляну на село, эх! Мне здесь все больше и больше нравится. Сейчас объясню, почему. Во-первых, девочки, здесь очень много симпатичных парней, которым реально можно подкатить. Учитесь. Привет. Как дела? Прокатимся? Например, так. Ой, меня зовут Настя. У меня есть еще один способ. Ой, молодой человек, щиколотка. Кажется, щиколотка. Не вопрос, разберемся. Ну и, безусловно, это здоровый образ жизни. Друзья мои, занимайтесь спортом, наслаждайтесь жизнью, и у вас все будет хорошо, как у меня. У-ху!
Я за здоровый образ жизни. Мы за здоровый образ жизни. Если вы все еще не знаете, как провести время 25 января, я вам настоятельно рекомендую следить за новостями телеканала «Мой город» и посетить мероприятие под названием «Йети-пати». Все начнется еще днем на площади возле цирка. Все-все-все фанаты и поклонники нашего легендарного земляка соберутся, чтобы в едином порыве танцев и веселья призвать его на нашу землю, в нашу замечательную тусовочку. Ну а ночью вас ждет невероятное фееричное шоу в лаунже «Реганеш» с розыгрышем путевок «Снежный Шерегеш», безумными конкурсами и просто отличным настроением. Телеканал «Мой город» представляет 25 января долгожданное «Йети-пати». «Йети на высоте». Диджей Алекс Менко и ведущие «Моего города» устроят нечеловеческое веселье, ну как всегда. 25 января. Лаунж «Реганеш». «Йети на высоте». Партнер вечеринки «Сектор Е». Информационный партнер «Радио Европа Плюс». Для лиц старше 18 лет. Так что жду всех в 15.00 на площади возле цирка 25 января. Это были все события этой недели. С вами был Гера Леплер. Будьте счастливы. Пока.